Дорогие друзья, с вами Яна Федорова. И в этом видео я расскажу о таком минеральном удобрении Крепыш. Это удобрение называется универсальное органоминеральное удобрение для рассады. Вот здесь даже написано, ускоряет развитие и рост, для всех типов рассады подходит. Я всегда со своими цветами ориентируюсь на рассаду. То, что подходит для рассадки, все-таки они маленькие такие растеницы еще, то подходит и моим цветам. Они более бережные, вот такие удобрения, и более такие эффективные, я бы сказала. Ну вот что здесь написано. Органоминеральное удобрение с гуматами и природными стимуляторами для выращивания рассады любых культур. Ускоряет прорастание семян, то есть здесь добавлено вещество наподобие эпина, которое ускоряет прорастание. Также ускоряет здесь стимулятор роста добавлен, ускоряет рост и развитие рассады. И стимулятор корнеобразования наподобие гетероауксина корневина нашего. Вот почему рассада с таким крепышом становится сильнее, хорошо растет, корни развиваются хорошо. И я применяю это и для своих глоксиний. Очень хорошее удобрение. Здесь написано, значит, разводить его нужно один колпачок, ну, здесь 10 грамм, на литр воды. Но я так никогда не делаю, прям так, чтобы вот мерить, вымерять. Кстати, перед, как сказать, перед употреблением его нужно сболтать, потому что некоторый осадок все равно есть. Вот я уже пользовалась им, и он у меня открыт. Я никогда не меряю там колпачками, граммами. Я просто беру воду, когда, если я поливаю, у меня много, сколько поливать, просто вот так капаю на глаз чисто. И все. И ничего я никогда не меряю. Я доверяю своей интуиции, моя рука, мои глаза, моя душа всегда скажет мне, сколько нужно капнуть или насыпать. Я даже когда кушать готовлю, никогда не пробую на соль. Мне Паша говорит, ты хоть пробуешь, когда готовишь? Я говорю, нет, никогда не пробую, так и подаю. Даже сама не знаю, там посолено, не посолено. Всегда получалось посолено, как надо. Стала пробовать после того, как он мне сказал. Все, нарушился процесс, стала ошибаться. Говорю, зачем ты мне все сбил? Так уже и с этим. Начнет мне говорить, сколько там грамм. Я говорю, не надо, я все так, на глазок. Ну вот, примерно такого цвета получается раствор, как чай. И этим можно поливать примерно раза два в неделю, раз в 10 дней. Сильно закармливать не надо, потому что начнет тогда растение наращивать листву, а становится, ну как это называется в народе, жирует, да? То есть листва, зеленая масса большая, а цветов нету или совсем мало. Так что вот, где-то раз в 10 дней немножечко так вот наливаю и поливаю все свои глоксинии и другие цветы таким удобрением. Называется крепыш. Использую я и другие разные удобрения. Ну, для глоксиний подходит все, что для фиалок и даже для других цветущих растений. Сейчас море разных удобрений. Любое комплексное удобрение тоже подходит. Но вот чем мне нравится вот этот именно крепыш, что здесь добавлены стимуляторы, стимуляторы роста, стимуляторы прорастания и гормон корнеобразования. Так что вот, кому надо такие свойства, используйте крепыш.